Всем привет! Вот я спустилась купить, вот хозяйка этих шарфов, мастерица, которая делает это своими руками из вяленой шерсти. Вот посмотрите, какие шарфы. Смотрите. Вот такая красота. И вот она, кто это делает. Вот такой шарф я себе вчера купила, то, что она держит. Вот такой себе малиновый вчера купила. Сейчас я вам все покажу. Я пришла здесь купить еще в подарок. Вот, посмотрите, какая красота. Вот. Посмотрите. Какие папахи тут. Из бараньей шерсти. Вот такая вещь. Капюшон с шарфом. Сумки из вяленой шерсти, тоже сумочки, и такие вязаные. Представляете, вот какая, смотрите, вот такие детские, красивые. Вот. Это все она сама делает, представляете? Все вот эти сумочки. Вот так. В общем, сейчас я возьму в подарок. Ой, ветер. Значит, я возьму в подарок вот этот шарф своей любимой соседки Гюли. Очень ее люблю. Она любит бирюзовый цвет. А своей любимой подружке Ильнурке, про нее уже говорил, вот этот шарф я возьму. Все. Да, беру этот и бирюзовый. Вот такая вот. Ждет их радость. Ну все. Всем пока.